Здравствуйте, дорогие хочу-знайки! Вы на канале «Хочу знать». Если вы считаете, что впечатляющие события в мире случаются нечасто, то вы сильно ошибаетесь. В нашем сегодняшнем видео мы хотим показать вам кадры, которые вызывают восторг и шок у людей всего мира. Этот человек начал делать сальто без рук. Это гравитационный сбой в реальной жизни? Даже Томас Шелби из «Острых козырьков» потеряет дар речи, если станет свидетелем этих безумных навыков работы с бумагой и ножницами. Вот так официант в Испании подал дорогой пузырь в качестве десерта. Парень сделал несколько близких к невозможным прыжков перед приземлением. Вот как выглядят контроль и сила воли вместе. Не знаем, так ли выглядит лунная походка по оси X. Игрок в крикет сделал невероятный прыжок. Этот крутой парень катается на коньках и одновременно играет в мяч. Это прямо из фильма про мистера Бина. Мальчики только что вернулись домой с вечеринки в Нарнии. Плавная езда. Бедный чувак, он действительно выложился по полной. Будьте человеком, который делится улыбками со всем миром. Да, можно подумать, что здесь снимают продолжение «Война миров Z», но это всего лишь Октоберфест. Когда гравитация не может идти в ногу со временем, это признак того, что это трюк Red Bull. Простите, босс, похоже, что я не смогу сегодня приехать на работу. Точно так же образуются черные дыры. Если есть желание, то есть и дворники. Обе руки на колесах и никакого телефона. Он уже лучше, чем 50% водителей. Надо отдать должное, мама была готова бороться с полтергейстом с помощью туфли. Владение этим продуктом означает пик жизни отца. Как долго, по вашему мнению, вы продержитесь, выполняя его работу? Оранжевый цвет очень хорошо смотрится на новом мустанге. Этот парень выглядит не очень хорошо. Кто-нибудь сделайте ему искусственное дыхание. О, неважно, его питомец уже делает это. Машина-хамелеон весьма эффективна против штрафов за превышение скорости. Они обсуждают свой бюджет на фоне растущих цен на бананы. Когда наступает перерыв, наступает перерыв. В Австралии все, кроме поля для гольфа, обожают соревнования по этому виду спорта. Видно, что дяде будет очень весело, когда этим двоим стукнет 21 год. Он застрял на старт. Это объясняет шуму соседей сверху. Перевернутая машина — это наименьшее из того, что нас интересует. Шлем — вот что привлекает все внимание. Новая эффективная фитнес-программа для усиления стресса. Большинство ковбоев знает, как приручить скот, но у одного из них была совсем другая тренировка. Этот моряк – идиот, гений или и то, и другое. Он один из немногих, для кого важно было научиться делать так.
Когда ты можешь позволить себе бензин больше, чем ты можешь позволить себе тренировки. Этот парень живет в соседнем доме, но все равно ездит на работу на машине. Вопреки распространенному мнению, ноль средств также помогает инновациям. Этот мужчина решил найти самое эффективное биде в городе. Прежде чем перейти к другой половине сегодняшней подборки, поставьте лайки и выпейте, чтобы получить максимальное удовольствие. Как повернулся настольный теннис? Умно. Он выбирает самый быстрый путь на Empire State Building. Это довольно уникальная система работы на дому. Кто-нибудь знает, как именно тренироваться для этого? Он продолжил свою карьеру, используя коленные скобы и кроссовки Skechers. Чьи-то бордер-колли в отпуске. Этот трюк доказывает, что Том Круз может быть главным в мире по употреблению Red Bull. У нее самая плохая психическая устойчивость для американских горок. Именно тогда, когда вы думали, что Нью-Йорк не может быть еще безумнее. Наш рабочий маршрут всегда намного скучнее, чем его. Она завалила основы математики, машиностроения и автомобилестроения. Мы должны знать, в чем их собачий секрет вечного счастья. Это не кенгуру, это сама скорость. Пока его друзья живут на пенсии, он живет на всю катушку. Капуста бедного торговца вдруг превратилась в уголь. Если вы не верите в вирус, то хотя бы надевайте маску от его кожной пыли. Они наказали его тем, что поручили постричь газон, но тут же пожалели об этом. Его начальнику следовало использовать вентилятор. Он кажется более продуктивным. Пока он работает, ремонтная мастерская его не получит. Устали чистить эти грязные фильтры? Вот лайфхак, это может помочь. Будьте осторожны с тем, что вы говорите. Это может звучать оскорбительно на собачьем. Парень так старается подняться на Вальгаллу. По крайней мере, налоги на электроэнергию пошли на обеспечение автомойки для всего города. Мы не имеем права жаловаться на поездку на работу после того, как увидели это. Она ищет того, кто поможет осуществить цель ее жизни – дать тень. Чтобы воспользоваться этим туалетом, нужно сильно доверять. Глядя рекомендации Ютуба, мы уверены, что это его iPad. Ничто не сравнится со вкусом сока манго, поданного со стрессом. Бедной собаке, вероятно, с тех пор снились кошмары. Гамбургеры на гриле и холодная газировка – эти медведи знали рецепт хорошего похода в выходные. Что за семена скармливали ему посетители парка, что он стал таким огромным? Фермеры с раннего возраста узнают, почему комбинезоны – это необходимость. Представьте себе, что вы бросили мяч последним. Когда ваша изобретательность предназначена для высшей формы жизни. Его вид на улицу разбудит по утрам эффективнее, чем кофе. Его уверенность доказывает, что девушки действительно управляют миром. Его трюка хватило, чтобы напугать Бэтмена и ввергнуть Готэм в хаос. Вот вам держатель для сигарет, о котором мы не знали. Все, что нужно, чтобы сделать этих парней счастливыми – метан. День работника отдела охраны дикой природы Флориды. Ей повезло, что эти аллигаторы не стали устраивать бой кучей малой. Дайте ему корзину, он явно пошел за продуктами.
Его мячу было трудно выбрать направление. Самое страшное, что ни один житель Нью-Йорка даже не обратил внимания. Смотрители зоопарка не нужны, он сильный и независимый слон. Это было бы не что иное, как абсолютный ужас, если бы она оказалась одна в лесу ночью. Всегда найдется тот самый человек, который ошеломляет нас неоднозначными сигналами. Дедушка едет на 80 километрах, потому что дел много, а времени-то мало. Нет лучшего трюка, чем с использованием шлема. Он продукт смешения Гордона Рамзи, Джима Керри и Тома Холланда в одном лице. На этом на сегодня все. Напишите в комментариях, на какую тему вы бы еще хотели увидеть видео на нашем канале. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока!